Взгляд через объектив фотоаппарата может быть мужским и женским. Противопоставить два творческих подхода решили организаторы новой выставки в галерее «Шестой этаж». Два талантливых молодых автора, десятки концептуальных работ в одной экспозиции. Такие разные, но все-таки вместе. Работы Александры геометричны. Четкие линии, неяркие цвета. Вот он, рациональный мужской подход к творчеству. На самом деле... Так принято вообще стереотип у людей таков, что мужской взгляд – это очень практичный взгляд. На самом деле, вот я попытался на этом стереотипе сыграть. То есть мои работы очень геометричные, практичные, под прямыми углами. Юлия сделала акцент на натуральности цвета и форм. Природа вообще ассоциируется с женским началом. А плавность линий и мягкость цвета лишь придают работам еще большую загадочность образа. Немного необычно затемненное цветовое решение большинства работ. Автор снимков объясняет это просто. Лес – это то место, где человек остается наедине с собой, и не для каждого человека это радостное, светлое событие. То есть порой человеку современному наедине с собой оставаться тяжеловато. Городская архитектура и лесные пейзажи. Творчество Александры и Юлии как инь и ян. Диаметрально противоположные по стилю, но такие близкие по восприятию. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.